саженцы смородины белой версальская Рибос нивум версальская. Это декоративный плодовый кустарник. Сорт был выведен в 1985 году. Высота подросшего куста достигает 1,1,5 метров. Смородина предпочитает расти на освещенных участках, либо в полутени. Листья крупные, сердцевидные, с зазубренными по краям. У этого сорта необычные кремовые ягоды, практически прозрачные, семена хорошо видны. Размер плодов – 8-10 мм, крупные, массой от 0,8 до 1,4 грамм. Мякоть имеет сладкий вкус с привкусом кислинки. Смородина отличается хорошей урожайностью. С куста можно собрать почти 4 кг ягод. Смородина белая версальская – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Смородина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола смородина белая версальская можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания смородины прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает смородина белая версальская в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме трехлопастный. Смородина белая версальская имеет средний срок созревания. Плоды смородины созревают в месяце июль. Форма у плода округлая. Цвет плода бежевый. Вкус кисло-сладкий, мякоть мягкая. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что смородина белая версальская, самоплодный, обоеполый сорт. Создан сорт был в год 1850. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.